Здорово, чуваки, давно не было ПЭСа. Получайте. Я в ПЭС не играл где-то месяца полтора, поэтому сейчас будет серия отсосов. Перерыв, пока что 0-0. У меня, кстати, моментов больше, чем у Ньюкасла, но реально таких голевых пока что не было, поэтому продолжаем пытаться взламывать оборону. Сорок. Да! Гол! 1-0, наконец-таки, с углового. Поль Погба забивает. Гениальная просто подача от Росса Баркли. Я все-таки дожал. Дожал Ньюкасл. Просто самонаводящаяся подача. И идеально выпрыгивает Погба. Его почему-то все проспали. И головой он отправляет мяч в нижний угол ворот. 1-0 на 70-й минуте. Мы открываем счет. Все. Тяжелейшая просто победа для меня. Я не знаю, как я победил, но Дехе меня выручил. Спасибо тебе, конечно, Давид. Лига чемпионов против матчи Дегне. Не знаю, как эта команда называется правильно, вообще, что она из себя в жизни представляет. Поэтому я против нее выставлю не основной состав, чтобы основа отдохнула перед чемпионатом. Ну что, примерно вот такие вот люди выйдут на матч против матчи Дегне. Ой! А чё так быстро-то, а? Извините, конечно, но Хорди Альба, который сегодня у меня играет флангового нападающего, да, как бы это странно не звучало, но он играет на месте Депая, забивает гол вот так на изи, на первых минутах. Забивай! Ой, штанга гол! 2-0, Хорди Альба. Хорош на добивании, просто супер. Здесь вратарь вообще неудачно что-то сделал, тут толкнули вообще Юнозай, но он встал и успел отдать передачу в Роуглен. Шикарный удар просто, но, к сожалению, штангу и добивание Хорди Альба уже было. И, блять, какое-то говно забивает матчи Дегне. Я вообще не понимаю, что сейчас происходило. Ой! Удар Данила на шару и 3-1. Защитники тащат сегодня. Дубль Альба и гол Данила. Забивает матчи Дегне 3-2. Но я тут же делаю счет 4-2. И это, по-моему, в Роуглен, если не ошибаюсь. Да, это в Роуглен. Красавчик какой, знаете, хладнокровное завершение уже как топ-форд, который уже, бля, 1000 голов в своей карьере забил. Просто идеальное завершение. Ну и передача Альбы, друзья. Кто там говорил, что... Все, закончилась у нас игра против матча Дегне. Что я могу сказать? Я очень доволен своим резервным голкипером. Смотрите на статистику, то есть... Матчи Дегне создавало большое количество моментов, но мой голкипер, он просто хорош. Спасибо ему, он сегодня действительно затащил. Поехали, игра против Суонси вновь только голы, но на этот раз, друзья, уже основа. Все люди... На 1-0 Суонси. Лютый трэш у меня в защите просто, и лебеди забивают. Oh, 0-2. Перерыв пока что, да, вот так вот, 0-2. Пошел отыгрываться и получил третий. 0-3. 1-3, Хамес. Сольный проход и гол. Но этого мало, конечно. Но хотя бы гол забили. Мэфис, 3-2. Ой-ой-ой-ой-ой, поплыли по ходу лебеди. Давай! Ну! Бля! Что ж ты не бил? Ну! Да! 3-3! Все! Я закомбэчил! Пофиг, что не выиграл, но не проиграл, главное. Фу, Энтони Марсиаль, 3-3. Как камень в душе просто упал. Я просто после второго гола Солнце задушил. Я им просто ничего не дал сделать. Даже перейти мою, ну, свою половину поля я им не дал. То есть, просто такое душилово было. И вратарь тащил, и там защитники уже чуть ли не ворота вставали. Но я смог! Я смог закомбэчить. Тут, конечно, Депай очередной гениальнейший проход. И вот Марсиаль ручкой показывает, мол, давай сюда, и забивает. 3-3. Камбэк. Слава богу. Я закомбэчил. На этом все. Всем спасибо за просмотр. В следующей серии будет просто бомба. Сначала мы сыграем с третьей командой АПЛ. Каким-то Норт-Вест Лондоном, но они идут на третьем месте. Потом у нас
Тоттенхэм в чемпионате, ну и на завершение, на закусочку будет Барселона. Все, всем пока.